Покраски для волос. Я считаю, что самая сейчас краска лучшая – это краска Джойка, потому что это единственная краска, которая лечит волосы в процессе окрашивания, восстанавливает волосы в процессе окрашивания. Если другие краски могут увлажнять, не портить волосы, то есть они не испортят, сделают такими, какие были, то эта краска восстанавливает волосы в процессе окрашивания, она держится дольше. Очень простая краска в работе у мастеров. Я выбрала ее, хотя знаю все краски, которые есть на рынке, как и предприниматель могу выбирать, и как мастер тоже. Но есть такие, например, средства даже с масс-маркета, которые мне тоже нравятся. Это, например, гиническая помада, я ее очень люблю. Я не люблю блески такие вот с такой текстурой. Мне не нравится, я люблю гиническую помаду, это выглядит естественно. Гиническая помада любая, любой марки.